Южная очень опытная команда. Все-таки они, насколько я знаю, фаворит этой серии. Да, просто надо забыть это и готовиться дальше. Будивельник собирал свою команду на Евролигу, да, и у них собирал очень опытных игроков, которые играли на самых высших уровнях, начиная Евролиги и так далее. И, конечно, у них потенциал из-за этого выше, да, конечно, об этом речи не идет.